Интересно, мы лежим. А людям кажется, что... Ну зачем самокоординация, зачем дистанция, если можно прямо на тебя рядом лечь? Вообще никого не интересует. Свободное пространство для отдыха. И таких семеек тут куча. То есть ты лежишь рядом с морем. Они приходят позже тебя на час, на полтора и считают, что вот это небольшое пространство перед тобой нужно занять обязательно. Поэтому они стелят, бухают, стоят, галдят над твоей головой. И ты ничего не сделаешь. Это воспитание, то есть его отсутствие. И эти люди из Западной Украины опять убеждаюсь, что-то с тем регионом, понимаете, не то. Вот наглости нет предела. Пришли, улеглись у тебя в ногах. Вот, смотрите, место. Вон место, нет. Нужно вот прямо у меня в ногах лечь. Ну, лежите. Делаю вас популярными. И ваших детей, и вашу еду, и ваше питье. Посреди белого дня. Вот, пожалуйста, культура. А еще зачастую такие люди после себя не убирают. То есть кульки, пакеты, стаканчики, тарелки, все это остается срач после них. И они считают это нормой. Вот как в себе в селе. Ось так вот треба и усюди. Печально. Но на этом еще не все. Пришли их знакомые. И эта кагало цыганская продолжает укладываться рядом с нами вокруг нас. Своих дебилов в лицо.